Welcome to Russian Cast, the place where you can improve your Russian through listening. Вы слушаете Russian Cast, подкаст для изучающих русский язык. Привет, привет! С вами снова Антон, и сегодня я подготовил для вас новую историю. Я расскажу вам о том, как Дима покупает новую машину. Текст истории можно найти на сайте russiancast.ru. Итак, послушайте историю о Диме и его новой машине. Сначала медленно, а затем с обычной скоростью. Дима покупает машину. Дима любит машины. У него была хорошая машина, но он очень хотел купить новую. Дима продал свою машину и решил купить новую. Сегодня Дима идет в автосалон покупать машину. Дима уже знает, какую машину он хочет купить. Он разговаривает с менеджером. Менеджер показывает Диме машину. Дима садится в салон. Кресло очень удобное. Дима проверяет все в машине. Он просит провести тест-драйв. Менеджер говорит, что сегодня уже нельзя. «Приходите завтра», — говорит менеджер. На следующий день Дима приходит на тест-драйв. Ему очень нравится машина, и он ее покупает. Дима любит машины. У него была хорошая машина, но он очень хотел купить новую. Дима продал свою машину и решил купить новую. Сегодня Дима идет в автосалон покупать машину. Дима уже знает, какую машину он хочет купить. Он разговаривает с менеджером. Менеджер показывает Диме машину. Дима садится в салон. Кресло очень удобное. Дима проверяет все в машине. Он просит провести тест-драйв. Менеджер говорит, что сегодня уже нельзя. «Приходите завтра», — говорит менеджер. На следующий день Дима приходит на тест-драйв. Ему очень нравится машина, и он ее покупает. Теперь послушайте эту историю в прошедшем времени. Обратите внимание, что некоторые слова будут звучать по-другому. Дима любил машины. У него была хорошая машина, но он очень хотел купить новую. Дима продал свою машину и решил купить новую. Однажды Дима пошел в автосалон покупать... Если вы хотите послушать полную версию этого подкаста, то заходите на сайт russiancast.ru. На сайте вы можете пройти короткий тест и получить скидку 30% на первую подписку. Заходите на russiancast.ru и узнайте все сами. На сегодня это все. Спасибо за то, что слушаете Russian Cast. И до встречи в следующем выпуске. For the transcript of this podcast and extra materials, please go to russiancast.ru.